Друзья, приветствую всех на своем YouTube-канале. Сегодня в обзоре у нас ICO-проект, который называется C0 Mobility. Давайте перейдем на сайт и более подробно рассмотрим этот проект. Это экосистема электромобилей на блокчейне за 45 миллиардов долларов с запатентованной технологией, которая стремится стать валютой для электротранспорта. Цель состоит в том, чтобы распространить использование электромобилей по всему миру, учитывая мотивации, чтобы заработать эту криптовалюту, токены, с причиной оставить лучшую среду обитания для наших будущих поколений. Токены C0 предназначены для обмена с сервисами или продуктами в сетях C0 и партнеров. Я считаю, что очень востребованная будет эта криптовалюта, так как за электромобилями будущее. Скоро пройдет, ну, хотя бы не год-два, конечно, но десятки лет, и это уже перейдут все на электромобили. Итак, как же это работает? Каждый из приборов приспособлен с облаком. Эти обломоки будут держать детали потребления, как электричество в управлениях или расстояние, киловатт или расстояние. Эти транзакции записываются в сетевой блокчейн C0, который является сетью ERC-20 с низкой задержкой. А пользователь может либо потратить эти токены на различные услуги, либо обменять бонусные баллы на публичные токены в основной сети Ethereum. Таким образом, наши пользователи, наши майнеры, это приведет к принятию электромобилей. Итак, так будут выглядеть именно эти боксы, которые способны заряжать электромобили. Модульные зарядные батареи C0 будут использоваться не только на зарядке C0 Atom, но также удостоверенный утвержденный доступ основал систему для того, чтобы поручить большей части из электротранспортов, имеющихся на рынке сегодня. Они предлагают легкие в использовании на офисе и дома также. Предложение получено через 240 ватт. Совместим со всеми электромобилями, подключаемыми гибридами. Поддержка аутентификации NFC. Мобильные платежи. Wi-Fi. 3G, 4G. Итак, C0. Это стартап, основанный из Индии и признанный стартап правительством Индия и штаты провинции Одиша, а также C0 – это разрушительный стартап, полностью ориентированный на полную экосистему вокруг принятия электрической мобильности и ее устойчивого будущего. Команда C0 состоит из людей, имеющих многолетний опыт работы в области высоких технологий, программного обеспечения и предпринимательства с образованием из лучших индийских университетов. Некоторые из флагманских продуктов подключения к облаку зарядная станция, станция замены батареи, беспроводная зарядка вместе с литий-ионным аккумулятором, полностью облако на основе бэкэнд программного обеспечения, которое управляется всеми аспектами продукта и его использованием очень надежно. Сертификаты. Также в новостях. Итак, как будет проходить при ICO? Будут повышаться цены
на 5 центов. Будет состоять из 6 этапов предосео. И этап ICO будет по 50 центов за токен. Так, дорожная карта, которая расписана до 2019 года. В компании уже есть имеющийся продукт. Это очень важно. Итак, команда, которая работает над этим проектом, команда профессионалов. Итак, токены вступят в продажу 10 июня. Так что собирайте денежку и готовьтесь к покупке. Также советую всем скачать и ознакомиться с white paper. Это обязательно перед покупкой. Очень доступная, красочная и понятная белая бумага. Также подписывайтесь на социальные сети, Twitter, Facebook. Также вступайте в группу Telegram, чтобы следить за всеми новостями, которые публикует компания, чтобы не упустить важной информации. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!